те времена, когда многое в мире становилось все менее и менее надежным, оставалось то, на что всегда можно было положиться. Героика. Команда супергероев нашей планеты. И мой папа один из них. Что происходит? Это чудесник? Это просто учение. Наверное, на случай... И сюда что-то движется. Если бы тебя не знал, решил бы, что ты встревожен. Это был день падения наших героев. Миссия Морена? Да. Пойдемте с нами. Это штаб героики. Ты поживешь в нашей подземной крепости. Всем детям супергероев грозит опасность. Но как ты это делаешь? Моя мамуля лава, а папуля шарик-бой. Это круто. Леди и джентльмены. Это немыслимо. Наши герои стали пленниками инопланетных захватчиков. Героика побеждена. Надо уходить отсюда. Сюда скоро нагрянут пришельцы. Нам нужны ваши карточки доступа. Прямо сейчас. Сюда не войти. Но и отсюда также никто не выйдет. Для чего они? Чтобы вы не разбили лоб, когда шмякнетесь на пол. Она сильна, как акула! Если мы хотим освободить родителей и спасти планету, надо действовать. Мы же дети. Новые дети членов героики. Пора стать героем. Идет. Ну, давайте. Как победить пришельцев, победивших всех членов героики? Секретное оружие! Команда! По отдельности мы в чем-то сильны, а вместе... Держи ногу! Мы непобедимы! Позовете, и мы придем. Отлично мотай вперед. Прекрасно мотай назад. Прекрасно мотай назад. Прекрасно мотай назад. Так приятно это слушать.